В Красноярске, по предварительным данным, вода не соответствует гигиеническим нормативам и не рекомендуется для использования для купания в период праздника Крещения. Мы, конечно, тоже ведем разъяснительную беседу, что это не основной момент. И люди настоящие приходят в веру, именно веру исповедуют в храме, молятся, исповедуются, причащаются, и по традиции освящается вода, несут в дома, освящают дома, испевают эту воду, вот, окропляют все места, нечистоты. Вот это традиционное явление.